И всем привет! С вами я, Артём Фролов, и в данном видеоролике, пупсы, мы будем с вами трейдить неон клубничного бета-дракончика. Ребят, я надеюсь искренне, что вы влепили свой драгоценный лайкусик авансиком. Если вы еще это не сделали, то прямо сейчас спуститесь и влепите, потому что потом вы просто забудете, а мне будет от этого неприятно, ребят. Я не спал всю ночь и весь день, чтобы снять для вас этот видеоролик, ребятки. Данных питомцев на данный момент вообще очень мало, это лимитированная, ну так скажем, лимитированные питомцы. Вообще, таких видеороликов сейчас вы не найдете нигде в русском комьюнити, да, ютуба именно. Можете сами ради интереса забить в поиски, и ничего там вы не найдете. Я для вас очень сильно старался и надеюсь на ваш лайкусик, подписочку, комментарии, ребятки. Ну не смею вас задерживать. Приятного аппетита, приятного просмотра, погнали! 1 миллион питомцев? Именно столько питомцев Старпец разыгрывает на своем сайте и в своих социальных сетях прямо сейчас. А кто еще не знал, на их сайте появилось крутое колесо удачи, благодаря которому ты можешь забрать питомцев абсолютно бесплатно уже сейчас. Находи промокоды на бесплатные прокруты в их социальных сетях. Хочешь узнать все подробнее? Тогда поспеши, ведь конкурсы продлятся до 7 декабря. Поэтому быстро переходи на их сайты, социальные сети по моей ссылке в закрепленном комментарии. Итак, пупсики, мы с вами переместились в место, где у нас проходят крафты. Ребят, у меня здесь мои помощники, среди них Пульмешка, Пельменка, Хинкалька, Диана Russian Games, она тоже немножечко помогала. И Анна, это моя модераторша, она тоже мне немножечко помогла, пупсы. Итак, вообще момент истины, и я просто, блин, вы не представляете. Время 3 часа ночи, ребят, чтобы вы понимали, да? Я, во-первых, надеюсь, что вы влепили свой лайкусик и подписались обязательно на канал, ребят. Это очень важно, потому что я не сплю. Я вообще стараюсь для вас очень сильно. Где вы еще такой видеоролик увидите, ребят? На данный момент такие видеоролики есть только на англоязычной комьюнити. В русском ютубе сейчас нету таких видеороликов, пупсы, и мы уже с вами поставили 3 штучки. Если вы еще не влепили свой лайк, сделайте, пожалуйста, это прямо сейчас. И подпишитесь на канал. Я знаю, что именно ты смотришь меня без подписки, потому что 75% смотрят меня без подписки, пупс. Мне очень от этого обидно. Ладно, пупсы, я надеюсь, то, что лайкусик вы свой тыкнули. И мы ставим последнего. Блин, у меня прям, честно, мандраж немножечко, потому что я его, ну, я их, вот троих лично я сам растил, да. Ну, порой мне немножечко помогали, одного растила Хинкалька. И, блин, я очень боюсь. Ну, не знаю, даже точнее не боюсь, я не хочу, ну ладно, все, давайте. Давайте смотреть на этого пупсика. Я надеюсь, он очень красивый будет. Что-то он боком у нас. Вы смотрите, как они его сделали, пупсы. То есть он у нас светится. О, смотрите, он у нас светится. То есть не тело у него светится, а обводка, ребят. У него светится обводка, то есть лапки... Носик, зубки, ушки, там вот хвостик, там тыры-пыры. Но он просто краш. Он реально, ребят, краш. И я надеюсь, что трейды у нас на него будут просто пупер-супер-мега-дупер-шикарные, ребят. Так, ну в инвентаре он ничем не отличился, просто не он добавился. Но он шикарный. Он шикарный. Но так, а как он ходит вообще у нас? А, это он райд. Это он вот так ходит, а летает он... Ну, одинаково, он и летает, и ходит, практически один в один, да, пупсы? И давайте мы будем с вами переходить в... Блин, а я уже заговорился. Давайте мы будем с вами переходить в локацию с трейдиками. Итак, мои дорогие пупсики, мы с вами переместились наконец-таки в локацию с трейдиками. Тут у нас уже есть очень много клубничных бетиков, но это у нас простые. А у нас-то с вами неонка. И таких неонок сейчас очень-очень-очень мало. И они очень-очень-очень сильно ценятся, но вот этот офер это просто бред. Я даже принимать его, даже рассматривать не собираюсь. Потому что, ребят, я, так скажу вам, через английский сайт порой трежусь. Вот. И там за данного питомца предлагают минимум Fair Frost Дракона. То есть это минималка, что за него дают в неонке на данный момент. То есть на данный момент дают минимум Fair Frost Дракона. Нет, моя дорогая, такой трейд мы даже рассматривать не будем. Кидаем бету. Тут как бы вообще без вариантов. То есть я прям маленькие трейды принимать не собираюсь, рассматривать тоже не собираюсь, потому что это бред. Это бред, ну так, бета она нам не хочет давать. Давайте попробуем фросту, но тут видите, блин, прям миллион этих бетов, миллион миллиардов. И фроста она тоже, походу, особо не хочет давать. Мы просим сразу же АДД, это 100%. А, она у меня просит АДД, смешно.
Смех, да и только. Смех, да и только. Так, ну и чё, походу с этого сервачка мы сейчас будем с вами уходить. Походу мы будем с вами уходить, потому что здесь, ну, слишком много, во-первых, простых бетов, да, да и предлагает нам вообще какой-то швак, честно говоря. Так, она нам кидала уже трейд, он нас особо не интересует. Вот NFR пород интересует. Вот NFR пород, да, интересует. Я вам скажу так, ребят, я смотрел статистику Старпеца, был один такой, его купили за 4500 рублей. Сейчас стоит еще один такой, он стоит за 11 тысяч. Ну, чувачок сказал ОМГ, но написал БУНТУ, типа он отклоняет трейд. Блин, и тут походу уже все, да, ну сове я трейд не буду кидать. Фросту, ну тут понятно как бы. Ну да, пупсы, давайте переходить тогда на следующий сервачок. Итак, пупсики, время уже 4 утра. Что означает то, что на сервер я грузил сейчас. Сервер опять такой себе, опять одни эти беты клубничные простые. Ну есть Фрост Дракон, но типа Фрост Дракон это как бы, ну, вообще мало. Это лично мое мнение, конечно, да, на данный момент это реально мало. То есть фростов дают спокойно на англоязычном комьюнити за данного неон бета. Не знаю, завтра уже... Ой, я ничего не отклонил. Завтра уже МБ даже, кстати, не буду давать, потому что завтра уже будет много таких. То есть, ну нет, видеоролик выходит у нас в 12 с вами, да, и, соответственно, еще пока их немного. Ох, мы гуд. Хав? Что хав? Давай, ты либо отцепишь, либо не отцепишь, моя дорогая. Но завтра к вечеру уже таких будет очень много. Очень много, и то есть в цене они, соответственно, за завтра обвалятся. Я, конечно, не очень хочу его и продавать, и затрейживать, но если, блин, вот помнится мне неонку поединка не жить, вроде я трейдил, или мега поединка не жить, и нам там дали трейд чуть ли не на... Ну да, там даже было равно или больше, чем неон шаду. Если сегодня мне дадут плюс-минус офигительный трейд, то есть прям реально пушечный трейд, Ус, она пишет, да что ты говоришь? Вот, если нам дадут прям пушечный трейд, то может быть я реально соглашусь. Надеюсь, и на Фарфростику кинуть. То, что он примет в пейтинг, он в АФК стоит, скорее всего. Насчет того, что Ус с ее стороны, это бред она говорит. Я еще раз повторюсь, по ценникам, да? То есть, попугая нам предлагают. Нет. Ты меня, конечно, прости, но нет. Я вот прям сейчас могу на сайт зайти, то есть, да, с англичанином договориться, все, согласиться, мы зайдем в игру и, то есть, обменяться на фроста. То есть, как бы меньше фроста я даже рассматривать предложение не буду, но вот не он фрост, он стоит в АФК, и вот что делать, я опять грузюсь на этот сервер час. Вот меня это самое больше вымораживает, то, что ты грузишься на сервер час, а здесь стоят, ну вот, допустим, олень. Ну, то есть, как бы надо, блин, вот я не знаю, почему не могут сделать какое-то распределение по серверам. То есть, вот, допустим, на этом сервере средний ценовой сегмент, на этом сервере дорогие питомцы, на этом сервере дешевые питомцы. Но когда все это смешивается, получается полный сбруд. То есть, вот здесь стоит какая-нибудь девочка с какой-нибудь, ну, вот, допустим, ну, нет, ну, она что-то тут дает все равно, это полный бред она дает. Ну, допустим, вот кого? Ну, вот девочка тут стоит с пуделем. То есть, я ни в коем случае не хочу ее оскорбить, но зачем она сюда пришла? Да? Как бы, о, пульмешка зашла. То есть, зачем она сюда пришла? Вопрос у меня, зачем ты сюда пришла? Она, соответственно, берет и кидает сейчас трейды всяким разным питомцам, за которых... Ой, которых ей не дадут за ее пуделя. Но она вот решила, самое умное, зайти сюда. Ну вот из-за таких и грузишься ты полчаса. Вот девочка стоит. Она стоит у нас погремушкой, трейд, походу, погремушку и коровку. Я понимаю, ну блин, ну зайди ты на простой сервер. Зачем тебе идти на сервер прям... Прям, ну, такие трейды. Мне интересно, этот парниша что-то бегал? Не за мной ли он бегал, случайно? Не за мной ли он бегал? Не знаю, скорее всего, не согласится. Скорее всего, не согласится. Но все же надежда умирает последней. Мы будем с вами трейдиться, скорее всего, до талого. Потому что я и так уже не сплю. И как бы маловероятно, что я засплю. Ой, засну, потому что еще нужно монтировать. Can you add, please? Давайте напишем sorry NTU. Сру. Мое любимое слово. Сру НТУ. Сру НТУ. Давай, ты либо соглашаешься. Ну, смотрите, он просит добавочку. А вот, что значит а вот? Я впервые, кстати, это слышу. А вот? Но давай-ка ты согласишься, мой дорогой друг. Мой дорогой бро. Мой бро. Давай ты согласишься. И мы отклоним трейд. Хотя вот не знаю. Мой friend went to offer has coming. Давай, я не понимаю тебя, давай мы ему напишем fast. Fast, да или нет? Да, да, нет, нет. Если нет, ну все, короче, окей. Он там особо что-то не хочет, нам кинкалька зачем-то кидает трейд, она нам ничего нормального не предложит, я знаю.
Я знаю, какие у нее питомцы, так что там такой себе офер. Ну, на Shadow Dragon можно, в принципе, попробовать. Конечно, скорее всего, отклонит. Хотя хз, опять же, хз. Англичанин, у него есть корбокс. Потому что у него, видите, весь скин, это вот... Все вот... I'm gonna looking for Mega. На... Что? Типа... Подождите, я не понял. То есть он хочет мега клубничный бет за этот Shadow? Что за бред? Лайк и подписку. Вот, пульмешек у нас пишет. Быстренько, ребят, лайк и подписка, это обязательно. Ну кто вам еще покажет такие трейды? Кто вам покажет неон клубничного песочного дракона? Сейчас, кто? Бетика клубничного нашего, кто вам сейчас его покажет? Объясните. Вот видите сейчас в поиск, вот чисто ради интереса, кому интересно. Введите в поиск сейчас прям. Да не буду я тебе добавлять. Не буду добавлять. Ладно, тогда отклоним. Введите поиск просто трейды на вот клубничного неон бета. Есть видеоролики только на английском языке. Все в русском языке, в русском комьюнити нету. Так что, ребят, я надеюсь, что лайкусик вы прожали. Этот видеоролик должен собрать 1000 лайков. Это минимум. Если вы лайк не прожали, то вы лох. Все. И вы будете прокляты. И если не подпишетесь, все, я уже не знаю больше, как вас еще байтить на подписку и на лайк. Потому что видеоролик смотрит за 10 часов, набирает 10 тысяч просмотров, с него подписывается всего человек 10-15. Это вообще бред. Нам дают мега снежную сову, это бред тоже. Как и то, что подписываются очень мало, и лайки ставят тоже очень мало. И вообще, блин, пупсы вообще офигели. Ну, в принципе, я даже не могу их назвать пупсами, потому что пупсы — это те, кто подписаны. А кто не подписан, это не пупс, это просто какой-то чел, который просто зашел на ролик, посмотреть и вышел. Но я опять не могу. Опять нам нужно, ребята, идти на следующий сервак, потому что здесь, ну, Neon Frost, он попросил добавки, он за нами особо не бегает, значит, особо третий кому и не зашел. Давайте, пупсы, будем переходить на следующий сервачок. Итак, пупсики, мы с вами зашли на следующий сервачок, опять тут, ну, такое себе, есть жираф, конечно, это хорошо, есть бед. Это, наверное, две единственные цели на данном сервачке, и опять надо будет идти на другой, это очень долго, по времени затратно. Прям вообще максимально затратно, нам дают Ферса Вуфера, Артика, НФР Лавового Дракона. Не, братиш. I'm sorry, но нет. Тут, скорее всего, жираф трейдится с бетом. У меня есть такое предположение. Есть немножечко такое предположение, но я надеюсь, что это не так. Нет, Фрост трейдится с бетом, а жираф трейдится с кем-то вообще фиг знает с кем. Вот, блин, опять же, вот я завожу ту тему, да, то, что почему нельзя сделать какое-то распределение между серверами. Может быть, добавили бы какую-то линейку уровней, допустим, да, то есть если вот у человека нету, допустим, 50 уровня, то он не может зайти на сервер среднего уровня, допустим, да. Было бы вообще очень прикольно, и это очень бы сокращало время трейдов, да, самих, и поиска сервера, загрузку на сервер. Потому что обычно, ну, вот даже здесь есть... Так, ну вот кто, давайте я сейчас... Блин, сейчас покажу вам. По-любому же найду кого-то. Трейд, ну так, ну это мега, это еще более-менее вроде сгодится, да? Ну, Долматинец тоже вроде нормальный, да? Вот девчонка стоит, она стоит с... как этого? Питомца, которого давали бесплатно. Ну, то есть, вот что она здесь делает, мне непонятно. Ей из-за этого питомца не дадут ничего здесь. Ей, если только идти на простые сервера, где русские вообще, да, может быть. Ну, если она англичанка, там, на английские сервера, вот. То есть, как бы так. Но тут стоять ей смысла вообще нет. Ну тут вот бед, тут вот Фрост, жираф, ну тут вот меги всякие есть, неонки всякие есть. Ну, на ее питомца ничего не тянет. Ноут, бут, хэ-хэл, непонятно, что она написала, ну не хочешь как хочешь. Тут еще у нас есть бетик, тут их два. Тут их два, как ни странно. Ау. Так, нам дают мега файрейт рейнджера, но он нам не нужен. Он нам не нужен, only trade. Он что, не принимает трейды или что? Алло-малё. Ну, у нас есть два бета, мы будем, скорее всего, их ждать. Вот этот чел с бетом, я не знаю, зачем он кидает девчонки на фросте трейд. Без понятия, честно говоря. Они никто не принимают трейд. Они что-то переписываются между собой. Нов, Вов, Дик, Ю, Маке. Ты трейд мой прими. Only он не принимает по ходу трейда, да? Короче, понятно. Трейда он походу не принимает. Нет. Плес, нет. А, Фроста, видели? Он сейчас нам дал Фроста и такой, плес.
Попугай. Что, что? Понтуется. Либо понтуется, либо я не знаю. Мне кажется, понтуется. Делаю ставку на понт. Делаю ставку на понт. Но честно, хз. Потому что, скорее всего, либо байт, либо... Потому что, знаете, я ему типа отказал в просьбе. Да, ну я так и подумал. Ну да. Ой, чел. Ты немножечко знаешь. Давайте мы ему кинем трейдик. Гуманим его талантики. Ну так, слегонца давайте. Прям вот. Слегонца. Ну прям вот. Легонечко прям. Ну вот, прям, знаете, прям вот слегонца. Прям, ну вот, знаете. И отклоним. Вот так, я думаю, будет плюс-минус справедливо. А то что он мне тут понтуется. И что, и бет у нас слинял, да? Вот из-за этого чувачка мы просрали двух бетов. Прикольно, приколдесненько, приколдесненько. Плеоспед, угу. Плеоспед. Тебе только можно по губе дать. А не плеоспед. Так, ну чё, пупсы, походу мы опять идем на следующий сервачок. Я не знаю, для меня следующий сервачок это уже все. Это, как знаете, поездка просто в ад. Вот серьезно вам говорю, потому что следующий сервачок это через час. Может быть через 30 минут, если повезет. Ладно, пупсы, погнали. Итак, пупсики, время 5 утра. Блин, это очень странно, то что сервера грузятся очень долго, а на серверах везде эти клубничные бетики. Блин, будем кидать, наверное, бет драгону. Больше тут особо некому кидать трейды. Так, ну нет, стойте, тут был NFR Frost, вот он. Вот, NFR Frostик у девчонки, у нее не донатерский аккаунт. И может быть даже она согласится. Потому что бетик-то у нас в неоночке. Бетик-то у нас в неоночке. Бетик-то у нас в неоночке. Так, а чё? Нам кинули трейд? Я так понял, там что-то долго. Мы не должны ее пропустить. Опа-на. Вот слава богу, я сейчас отклонил трейдик, а то бы она начала с кем-то трейдиться. И было бы достаточно нехорошо. Она отклонила? Она даже не удивилась. Ну ладно, ну ладно, ладно. Нет, это ты себе оставь этих. Они мне не нужны, извини, их растить. Сутки. Вот сиди расти, крафти. И трейдься. Так, ну чё? Я просто не знаю, что-то странно. Вообще нам ничего за него не дают. Это очень странно. Это очень странно, потому что сейчас он ценится. Ну прям вообще очень. Он на вес золота. Мег сейчас еще нет. Понятно. Ну и бред. Ну и кринж. Ну и кринж. И вот опять здесь играет тот фактор, что просто не шарит за цены. Понимаю. Понимаю, понимаю, понимаю. Ну фроста нам дают за него. Фроста дают, но это не то, что я хотел, как бы, да. И опять же, если смотреть ценовой сегмент, то его купили... Понятно. На старпете вот купили за 4400 и сейчас стоит за 11000. Странно. Странно, непонятно. И опять нам надо грузить следующий сервак. И это очень долго и непонятно. И меня уже прям вообще бесит этот видеоролик, честно говорю. Но мы давайте будем переходить с вами на следующий сервачок. Итак, пупсики, спустя полчаса. Опять же, мы загрузились на какой-то плюс-минус такой себе сервачок. Уже не знаю, какой это по счету сервер, и все сервера были такие себе. Чувачки просто не шарят за ценники, может быть я слишком много прошу, пишите свое мнение обязательно в комментариях. Но если вы еще не влепили лайк, не подписались на канал, то сделайте это прямо сейчас, пупсы, потому что время 5 утра, я всю ночь опять не спал, у меня в 4 часа. Да, кстати, в 4 часа сегодня у нас, пупсы, с вами будет стрим. И сегодня именно я буду выбирать человека, который попадет в прокачку, видеоролик с прокачкой. Потому что я так его и не нашел. Так и не нашел нормального чувачка. И будем сегодня на стримчике выбирать прямо через найтботика, через конкурс, прямо именно на стриме. Нужно обязательно быть в 16:00. Ребятки, жду вас всех. Также, опять же, про лайк-то я так и не договорил, про лайк и подписку. Нет, сегодня надо не кидать трейды, мне твой трейд вообще вот этот нафиг не нужен. А, так, тут еще есть Shadow Dragon, еще есть один Shadow Dragon. Есть жираф. Ну, я не вижу смысла принимать трейды от них, потому что дают фигню. Дают полную фигню. А, так вот, про подписку я опять не договорил. Подпишитесь прямо сейчас на канал, пупсы. Поставьте лайк за мои старания. Я не сплю ночами, я растил этих питомцев. Конечно, мне чуть-чуть помогали, но троих вырастил я сам. Своими ручонками там, ну, может, пульмешка мне чуть-чуть помогла. Но в основном растил я сам, и это довольно-таки тяжело и кропотливая работа. Зачем они... Они специально мне берут и дарят. Вот специально просто мне. Видели, сейчас подарили питомца. Специально, чтобы заруинить. Пошел-ка ты знаешь куда. На три хорошеньких буквы.
Ладно, чё, Шадо ушла? И опять следующий сериал. Нет, 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 и ещё раз нет. Ну, и опять же, да. Да, ребят, идем на следующий сервачок. Итак, пупсики, на следующий сервак я зашел. Быстренько достаточно загрузились. Тут два бета и жираф. Не знаю, два жирафа даже. Что-то у нас сегодня на протяжении всего видеоролика преследуют беты и жирафы. Прошлый сервер был бет-жираф, позапрошлый было два бета, и то есть прям только беты и жирафы. А, это не он, бет! Смотрите, кстати, это не он, бет олдовский, а это не он, бет новый. Ладно, нет, это, конечно, бред, надо, естественно, добавлять ему, но мы, знаете, что добавим ему? Мега-лава дракона. Ну окей, не хочешь, как хочешь. Два бета... Подождите, в смысле, два неон бета? А зачем мне ваши неон бета? НФР снова вам, мне твоя точно не интересно. Вообще прям не интересно. Так, вот жираф уже интересно. Но это мы кинули трейд, как я полагаю, потому что я принял. Там был другой никнейм. Ну блин, ну давай хотя бы ты согласишься. Я не соглашусь с тобой на трейд. Бэнг. Бэнг, бэнг. Что, бэнг? Я не понимаю. Я им пома. Мобойс, давай соглашайся. Он что-то он это, ребят. Что-то он не, не знаю. Что-то он либо не хочет, либо он что-то пишет, либо он думает, либо... Что-то, короче, долго. Ну давай. Короче, давай, братиш. Отдыхаешь. Отдыхаешь, бро. For it. Не он, кабет. Я не понял, в смысле. Чё ты пишешь? В хат for it. Что? В хат for it. What you've and for it. Я не понимаю, что он пишет, ребят. Он ни беты не засовывает и ничего, и какой-то бред не пишет. Мне это не интересно. И этот трейд мне тоже не интересен. Вообще не интересен. Вообще максимально не интересен. Я не знаю, на что надеяться на сервере, на серверах. Возможно, это будет сейчас последний сервер, потому что, ну, бегать, прыгать я уже не собираюсь особо. Потому что nice. Чего найс? Вообще непонятно мне эти англичанины. Оставь себе, это вот этот нам неон бет кинул. Своих NFR T-Rex'ов. Оставь их при себе. Тут неон жираф был, но он уже слинял, как я понял. Как я понял, он уже слинял. Ну, давайте попробуем на неон бета офер что ли предложить, я не знаю. Честно говоря, я не знаю. Давайте, ну, попугая дадим. Ну и с собой заключим. Все, это заключающая прям такая... Заключающаяся прям соушка. Потому что больше я не вижу смысла давать. Ну да. Но нам вообще за него ничего не дают. Я не знаю, что с адоптом. Я вот прям хочу очень сильно сказать, что... Ладно, я промолчу. Просто промолчу. Но это очень достаточно. Блин, мега поумбир. Я помню, в одном видеоролике говорил то, что я хочу очень себе сильно мега поумбира. Но, блин, неонку дракона я за него давать не хочу. Потому что мы будем с вами делать мегу. Ну, короче, понятно, нам вообще ничего не дают. Вообще ничего не дают. Я не понимаю, что это за бред. То есть, понимаете, нам кинули один раз фроста в трейд. Это полный бред. Это полная дичь. Потому что за ценники не шарит. До этого я трейдил питомцев на специальных серверах. На специальных. А, это у нас не онка бет. Это не онка бет. Я трейдил на специальных серверах. А, давайте мы ему предложим офер, что ли, тогда, не знаю. Я трейдил их на специальных серверах. Я уже какой раз, третий, четвертый, повторяюсь, да? На специальных, в хат. Ну, в хат так в хат. На специальных серверах трейдился, вот. И, то есть там люди шарят за цены. Они шарят, что питомец ценится, там, тыры-пыры. Но сейчас он не, ну, как бы... сервера не работают. Не работают сервера. Спяк, бро. Что спяк? Он бета даже не засовывает в трейд, я не понимаю. Бет, фор. Ты мне даже ничего не показывал. Фор, что тебе фор? Вот только если так. Угу. Угу. Точка.
А, ну да, то есть ты мне предлагаешь за мега-кенгуру и мега-фрост-фури тебе дать неон нового бетика, сову и попугая. Понятно, чел. Отдыхаешь, отдыхаешь, а мы, пупс, идем с вами опять на следующий сервер. Я уже не могу. Я уже не могу. Итак, пупсики, зашел я на сервер через полчаса. Я вам честно говорю, это последний сервер, потому что мне еще монтировать ролик, и я хочу очень сильно уже спать. Если не получится нормальных трейдов, ну тогда увы и ах. Но фроста за него дают 100%. Насчет цены я вам уже сказал в рублевом эквиваленте. Да, вот свою додо можешь оставить себе. Да мы даже, я думаю, принимать не будем эти трейды все, потому что они будут беспонтовые. Нам надо вот кидать целенаправленное НФР-попугаю. И тут еще есть один НФР-попугай. Сейчас очень тяжело вообще трейдиться из-за того, что сервера, на которых я трейдюсь, английские, да, они просто, я не знаю, то ли сломались, то ли еще что-то, то ли просто на них забили, так сказать. Вот, так, есть Neon Frost. Neon Frost только что зашел. Только что зашел. Не знаю, мне кажется, не согласится. Corrupted. Это скамер. Вот коррупт, Корруптов Олег был в Телеграме, который заскамил ребят. Это скамер. Ну, никнейм у него начинается на коррупт. Ну да, еще, походу, неграмотный скамер. Все понятно, все понятненько. Так, мы кидаем НФР попугаем, и это все. То есть тут меньше смысла нету, я думаю, да? Что-то просить, но она что-то... Через не хочу засунула, но она не согласится 100%, потому что я еще раз повторюсь, она засунула через не хочу. Ну да, тут было очевидно, так, давайте жирафу и вот этому инфер-пороту кинем трейд. Нет, сначала жираф. Жираф у нас сначала принял. Блин, пупса, если вы не влепили лайк, влепите, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на канал, не забывайте про включенные уведомления, ребят. Мне очень сильно нужна ваша поддержка. Я не сплю ночами, ращу вот этих питомцев ради вас, чтобы вам показать. Но, блин, вам как-то это... Лень, что ли, я не знаю. Мне непонятно. Так, ну она поняла, что нужно засунуть НФР-попугая. Но она, видите, взяла простого бетика в руки. Клубничного бетика. И она сейчас убьет... Нет, давай-ка ты... Давай-ка ты... Пойдешь куда подальше. Она хотела убрать его. Она по-любому хотела его убрать. Раз она начала нам там добавлять. Так, ну давайте мега Арктику, но это все, точно прям последний прям трейдик. Хотя, может и не последний. Нет, последний. Походу будет последний, потому что вот этот весь бред я принимать даже не собираюсь. Тут два мега Арктика. Фига себе. Но он сразу же уходит, он на нас даже не обращает внимания. Что довольно-таки странно. Довольно-таки странно, не знаю. Может реально этот питомец просто никому не заходит, потому что когда... Выходил мега лавадерок, он мега поединок не жить. Мне задавали, ой, не мега, а просто поединок не жить, либо лавадерок, он когда я крафтил его в неонке, в меге, давали шикарные оферы. Просто нереальные оферы. Но вот, как видите, увы, ах, нам вообще ничего не дают. Прям вообще. Это еще, опять же, связано с серверами, опять же, связано с комьюнити игры. Ну вот, она мне дает не в бронов 4 этих. А мне кто сутки компенсирует роста его? Иди вот расти их сутки. Вот я просто не понимаю. Такие гении. Она мне предлагает 4 клубничных бета. А что мне они, объясни? Их растить миллиарды миллионов лет, столетий. Это бред. Честно говоря, это бред. Из-за того, что не знаю цен, вообще отпадает интерес к игре. Трейдиться не с кем. Вот то есть вот я... Вот как давайте вот просто посудим, как я простой, допустим, игрок. Я потратил деньги, я потратил кучу времени, чтобы скрафтить неонку. Мне за него ничего вообще не дают. Сколько серверов мы уже обошли вообще, вот этот чувак нам только и дают с вами. То есть я вот как простой игрок, вот какая-то, допустим, какой-то я пацан, да? Я решил начать играть в игру. Я купил 4 бета за 4000 робоксов. Я растил их, потел всю ночь, там, весь день, сутки просто напролет. И мы получаем с вами за это 4-5 додо. Но это бред же. Это бред. Это реальный бред. Это реальный бред. И комьюнити самой портит игру. Потому что многие вообще не шарят за цены. Многие просто купили где-то питомцы и все, и зашли, играют, и что-то там еще хвастаются, ходят. Вот это самые бесячие, которые меня бесят, которые... Просто ходят и понтуются. А толку вообще, какой смысл от игры? Вообще, сам смысл режима Adopt Me — это трейдиться. То есть вы должны дойти до какого-то определенного, до определенной своей цели с помощью трейдов.
То есть, а здесь вот они здесь просто стоят, я не знаю, честно говоря, всех вот цель. Вот что они здесь стоят? Они просто трейдятся и все время стоят на месте. Какой от этого смысл, я тоже не понимаю. Вот она вот, вместо того, чтобы она сейчас бегать тут и мне предлагать трейд вот на этих, на эту мелочь, она бы пошла на простой сервер лучше и попыталась бы реальные офферы получить. Но нет, она пришла сюда и начала кидать мне трейд и предлагать там 5 додо своих. Но она прекрасно понимает то, что я не соглашусь. Но она все же берет и кидает. Ну, это бред и довольно-таки странно, ребят. Ну, и думаю, на этом мы будем подходить к концу данного видеоролика, потому что ловить тут уже, я еще раз повторюсь, нечего. Вот этому мега... этому, как его? Артику мы вроде кидали трейд. Ну, вот этому пацану мы точно кидали, этой девчонке не кидали, скорее всего. Ну да, пупсы, я думаю, будем переходить к концу данного видеоролика. Сегодня в 4 будет стримчик, и мы там его еще обязательно потрейдим, ребятки. Также с вами я буду обязательно трейдиться сегодня на стриме. Вы ко мне сами будете заходить, и мы будем с вами делать хорошенькие трейдики, ребятки. Так что не пропустите. В 4 часа, еще раз напоминаю. Давайте переходить к концу. Ну что ж, мои дорогие пупсики, вот такой видеоролик у нас с вами получился. Я надеюсь, он вам понравился, вы влепили свой драгоценный лайкусик, подписались на мой YouTube каналчик. Также не забывайте включать уведомления, ребятки. Также не забывайте писать в комментариях мнение насчет данного питомчика в неонке и трейдов в данном видеоролике. Я уже заговариваюсь, пупсы, очень сильно хочу спать, не спал уже сутки, чтобы вырастить для вас этого питомца. Я уж еще раз повторюсь, надеюсь, то, что вашего лайкусика и подписки я достоин. Также еще раз хочу напомнить про стрим сегодня. В 4 часа ровно будет стрим, ребят. Я там буду выбирать одного подписчика, который пойдет в видеоролик на прокачку инвентаря. То есть я ему буду прокачивать инвентарь в Adopt Me абсолютно бесплатно. Так что залетайте, буду ждать всех, ребятки. Ну, а с вами я прощаюсь на этом. С вами был я, Артём Фролов. Пока-пока.